23-й год, 21 июня. Сегодня расскажем о фокальной эпилепсии. Что такое фокальная эпилепсия? Значит, 2023 yıl, 21 июня, фокальная эпилепсия тоже говорим. Фокальная эпилепсия – это когда эпилепсия расположена в каких-то местах, в каком-то особенном участке, и она бывает разных разновидностей. Да, в данном случае мы будем разговаривать о сенсорном его виде. Сенсорное виде часто встречается обонятельное. Пациент чувствует неприятный запах и начинает такую реакцию давать. Демек, базан бемор бунни да яман хит хилари да шу хитга қарап тут кетади. Енді у данного ребенка имеется такой неприятный запах в виде чешине. Это хищенье ухшиды ма нима болады? Қытығы келады. Это қытығы келерге көкірек соқасыда. Оң көкірек соқасыда, яке оң көкірек қапасы ойыда. Значит, по правому подреберному дугу, значит, у него появляется чувство чешения, яқымлиу, яқымсыз. Ортача, да? Ну, чуть-чуть неприятный, браз яқымсыз. И это происходит приступообразно. Качан болады, күнді қасыпайды. Пока просто. Значит, только во сне. Значит, бывают и дневные, бывает это. Значит, оно отражается ли на энцефалограмме? Сейчас покажу, вот отражается. Но хотя они поехали в Индию, провели там трехдневный непрерывный энцефалограмму и сказали, такого нету. Ну, если имеется олива джасмина, да? Если имеются остроконечные волны, то говорит о том, что это такое есть. И участок эпилепсии располагается в определенном точке. Здесь имеется математические моделирования, где участок имеется локализация. Математический хатта модуляторш охбаты, да, буеда уже хакал эпилепсияны, джойны, анаглар берияпты. Обычно фокальная эпилепсия располагается в один и тот же месте головного мозга. Мияны малым бір қысмыда қаттық жойлашып тұрады. Сыжып тұрмейді, дифуз тарқалғанмаз. Оно не располагает, не имеет динамического характера локализации, не имеет диффузного характера. Располагается твердо в одном месте. Они лечились у себя в Самарканде тоже. Самарканде я довольно делал. Эпилептический очаг топты ма? Ну, а Самарканде этот эпилептический очаг нашли, но здесь томограмме как? В томограмме здесь мы видим, что есть некоторые изменения органического характера, окровентикулярные участки дегенерации имеются, и атрофические изменения мозжечка имеются некоторые, и венозные нарушения кровоснабжения, Так, я сегодня чуть устал из дальней дороги, но все равно хочу дать информацию. Значит, сможем ли лечить таким больным? Да, лечим. Ну, здесь есть свои особенности лечения, потому что кроме того, что лечение должно быть центральное и должно быть и периферическое. Значит, бемарды доволаш услуги, да, маркази нерв тизимидаги сонал учагы билан биргаликда периферик разражитель, периферический доволаныш шарт. А периферическим раздражителем здесь может быть все. Межжёберные нервы, начиная межжёберные нервы, кончая, значит, патологии жёлчного пузыря.
Аллах спас десен, дай Бог вам здоровление. Результат покажем. Сейчас вы мне должны рассказать, как она чувствуется, ваше состояние. Вы из Бультрасму школа пизм? Ханне, замах скалас. Пока тали зеништерми. Трис келады. Тришады. Тортелады. В этот момент у него значит, наблюдается значит, неприятное ощущение, потом спастика и пробуждение от сна. Аллах спас вас, дай Бог вам здоровье. Мана енді бердачи аптеки операция қылдырсыз мекен енді. Кеча операционное лечение нейрохирургии я вчера говорил. Эффективного операционного лечения не существует. Вот бу Хиндистонга барып дәваланып келеткәнләр ва операция кылдырып дәваланма дигәннәр өчен. Бүтәләсә типе. Шу көнгәчә Хиндистонда дәваланып безгә килеп дәваланып дәвам ителәткәнләр көнигә 2-3 тә келәр. Хиндистонда эпилепсияны доктор Жәлевтәка самаралы дәваланмады. Шунышмыйды. Пулыла кетәдә халас. Инсак инш бул кетти билмадим, улар айтди 15 000 доллар пулим кетти деп. 8 000. 8 000 кетти. Асакайлар. Асакайлар бизда даволанган, Қоқонлар бориб келишиб, улар ҳам борган, биттаси айтган, олиб кетган бу ердан. Мен фойдаси йўқ. Ҳиндистон эпилепсияни даволамайди. Ачпи. Германия даволаши мумкин. Лекин уларда ҳам битта дорисi бор, антилепсин деган, жа ўзларича шунга ёпишиб олган. Lekin u ham bu chiqargan dorilari birortasi ekib bermaydi. Ikkinchisi nima? Operatsiya bilan davolasa bo'ladimi epilepsiyani? Bekor gap. Bekor gap. Epilepsiyani operatsiya bilan davolayman degan doktor u noto'g'ri. Tushundingizmi? Xo'p. Demak, operatsiya qildirib yuborishingizga oz qolgan ekanda siz ham. Oz qoldi. Shu shundoq chiroyli qizni qizdirib yuborarmiz. Bilmadim endi achakni birdan olib tashlasa doğru. Ey achak. Biz o'zbeklar juda soddada. Ey. Miyaga tiqdingizmi? Tamom ham yo'q. Uni hujayra darajasida bilish kerak uni odam. Tushundingiz? Shunday chiroyli qizni operatsiya qildirib yuborsangiz, biz nima qilamiz? Buni davolab beramiz dori-darmon bilan. Kelishdikmi? Alloh shifo bersin.